Это сюда. Остатки античного города. Самое начало нашей экскурсии. Ой. Тысячелетия этим камням. Раскопки древнего города Сиде. Седьмой век до нашей эры. Рассвет был после второго века, уже нашей эры. Переводим гранат. Центральная улица. Центральная улица города Сиде. Бесконечные ряды бывших домов, фундамента оставшихся того времени. Жилища древних поселенцев Сиде. Живая история. Сохранившаяся мозаика на полу этого дома. Вид на величественный амфитеатр. Громаднейший амфитеатр, построенный на ровной местности. Не под горой, как обычно, а на опорах. Ой. Вид на амфитеатр чуть ближе. Ой, сколько здесь работы происходит. Техника и ручная работа. Мои ворота. Диониса. Дионис, продолжение. Громаднейший храм. Древние своды. Использовали как храм, если честно. А, доказать не могу вам. Есть, такие версии есть. Еще театры, амфитеатры, они разные вещи, это все перепутают. Амфитеатры были, как в Италии, такие круглые, овальные. Но на этой стороне такие театры были. Но основном многие театры, когда период Римской империи, снова их достраивали, планы изменились. Это не надо. Вот по сторонам веревки, до веревки. Можете сходить, можете любоваться, акустику проверять. Место билета, когда-то золотые моменты, когда-то серебряные. В этом амфитеатре вмещалось 17 тысяч людей. Посещали его только мужчины. В городе проживало до 300 тысяч населения. Театр. Амфитеатр второго века нашей эры. Современный Сиде. Вот здесь под стеклом следы раскопок. Вот смотри вниз. Это продолжение центральная улица получается. Да, ага. Помню. Вот, смотри, видишь, вон, под стеклом. Thank you.
центральной улице. Покрыта толстым стеклом. Ой, там остатки античных колонн. А вот современная жизнь. Современные сады, ничего общего, конечно, с античными постройками уже нет. Продажа мелочи. Вот серебро, ковры, керамика, обувь. Это порт в Сиде. Яхты со всех сторон. Атмосфера прохладная. Прекрасно здесь. Все для отдыха. С этой стороны такие кафе. Ветерок прохладный. Сегодня просто райское время для прогулки. Храм Аполлона. Вот тот храм, которому вели наши дороги на мысу Сиде. Величественные колонны. Калинский. И кругом море. Красота. Красота. Все. Личная мастерская чья-то. А это что? Городские туалеты.